Всем привет! Сегодня 31 декабря, а это значит, я записываю для вас свое новогоднее видео. Я думаю, что это видео вы уже смотрите в 2019 году, но да это не важно. За окном уже вовсю стреляет фейерверк, и по телевизору крутят новогодние фильмы. Я уверена, что все семьи уже подготовили свои новогодние столы. У всех оливьешечки, шампанское, мандаринки. Все прекрасно. И наша семья, конечно же, не является исключением. Этот год, он был прекраснейшим. Было, есть много прекраснейших воспоминаний, связанных с тем годом. Я не знаю, было много и хорошего, и плохого было достаточно. Но я благодарна за каждый момент, за все я благодарна. Спасибо всем тем, кто был рядом со мной, и всем тем, кто всегда меня поддерживает, моя семья, мои друзья, вы, мои дорогие подписчики, вас уже 185, я очень рада этому, огромное вам спасибо. Я желаю, чтобы в этом году мы оставили все свои обиды, всякие разочарования, все грустное мы оставили в прошлом 2018 году и вошли в этот год с каким-то облегчением, с радостью, с уверенностью, что все будет очень-очень хорошо. Я желаю, чтобы вы все всегда находились в кругу тех людей, где вы безумно счастливы, где вы можете просто улыбаться и всегда быть искренними. Я хочу, чтобы в этом году произошло некое чудо, которое никто из нас не ожидал, чтобы мы прям удивились. Конечно же, я желаю любви, счастья. Конечно же, я хочу, чтобы все на этой планете были здоровы в первую очередь. Это самое важное. Все остальное, как я считаю, не совсем важно. Если нет здоровья, то и не будет вас самих. Поэтому будьте всегда здоровы, счастливы, и пусть всегда вас окружает только любовь, только радость и только смех. Я вас всех очень сильно люблю, как говорится на Деда Мороза, надейся, а сам не плашай. Всех с новым 2019 годом! И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь.